хотела спросить. Да. Вот, очень напрягается вот это место, но не во время занятия, а скорее всего во время работы, особенно с компьютером. Так, сейчас все. Так. Какое место? Нос? Лоб? Да, лоб и глаза, вот это вот часть. Напряжение. Это из-за этого и шейно-воротниковая зона. Так, секунду, у меня не включена камера. О, все, включил. Что-то с этим можно делать? Или вот во время практики? Или просто само зайдет? Не, на самом деле мы с этим как бы активно работаем. Так вот мы пляжные. А можно делать, мы с этим занимаемся, это шейно-воротниковая зона, то есть основание черепа. И с этим же связано напряжение, которое образуется в области лба. То есть лоб, и височные доли, и челюстные суставы – это как бы зона, которая постоянно требует расслабления. Это вот зона, с которой мы и работаем. Для того, чтобы с ней что-то делать… Так вот, отлично. Нет. Когда сидишь, почему начинает напрягаться лоб и здесь? Во-первых, мы съезжать начинаем, шейно-воротниковая зона начинает зажиматься, вот эта часть, вот так. Плечи начинают подниматься, но это больше связано с тазом. То есть в области таза происходит провал. То есть в область таза нужно выравнивать и немножко вытягивать. То есть очень важно, обратите внимание, что очень часто мы, когда занимаемся, начинает... даже не занимаемся в обычной жизни. Обратите внимание, чувствуете ли вы стопу или не чувствуете. То есть очень часто, когда мы сидим, стоим, работаем, мы настолько переключаемся в привычное свое состояние сжатости, что происходит как бы зажим. И вот этот зажим, он приводит, что мы как бы в себя вжимаемся и сжимаемся. То, что мы и делаем постоянно, вот это возле стены, когда мы стоя садим, когда это движение. То есть для того, чтобы со лба снималась, запускаем в первую очередь струну. То есть как только струна запустилась, вот работая, уже вот вдох, выдох, медленный. То есть сидя за столом, на стуле, мы запустили струну, и струна пошла работать. То есть вот, что бы мы ни делали, то есть движение маленькое, и в тазу разворот, и в ноги уходим. То есть самое главное, внимание уводить в ноги. То есть почувствовать стопу, не почувствовать сидя или стоя, что идет загрузка стопы. То есть энергия от стопы возникает и поднимается вверх. Вот это важный момент. И тогда будет шея вытягиваться, и среднее отдел растягивается. У всех своя часть тела, которая беспокоит. Тут-то очень плохо. Сереж, Кайля спрашивает про плавание, рассказать про плавание, насколько я поняла. Просто меня как-то очень плохо. Я плаваю вот на море, начал пробовать именно вот с этой техникой, которую... вместе мы с вами занимаемся, в основном плавали, без разницы, на спине или на животе плыть, неважно. Важный момент, вот это вот вытяжение, крестец, макушка, вверх. То есть, когда мы гребем, то в момент броска происходит такое, как бы, растягивание внутри структуры. Когда мы вытягиваем, растягиваем, это вот мгновенное такое вытяжение всей, то есть и ноги, и руки. Тогда происходит очень четкое движение. И как бы в это состояние, когда входишь, тогда прям и ритм четкий получается, и скорость четкая, как бы, и направление никуда не сбивается. Как только начинаешь как бы пытаться там что-то сделать, то, что учили в физкультурном университете, может, плохо учился, конечно, двоечник был, не знаю, но совершенно по-другому получается. И вот этот момент вытяжения важен. Что мы делаем на полу, стоя, сидя, так, у меня микрофончик разрядился, да. Сейчас, секунду, слышно меня? Да, да, все. Нормально очень. Вот. Я говорю, что когда вытягиваешь, то есть вот плывешь, и точно такое же вытяжение внутри, то есть вот всей структуры. Но важно, чтобы позвоночник вот прям вдоль становился. А потом во время вдоха опять сжимаем. Сжимаешься всей как бы структурой опять. И позвоночник округляется весь. Как бы, и рука как бы переходит. Соответственно, если на спине плывешь, то во время вдоха рука, когда вылетает, это вдох, расширение. А выдох, как раз-таки вот это вытяжение и структурирование. И потом другая. Пробовал как бы синхронно двумя руками. Там чуть сложнее выдох, но ритм получается. Но очень, очень интересно. То есть получается, вот волна разная бывает. Когда тихо,
комфортно плыть. Но когда волна большая, если просто плывешь, не задумываясь об этой технике, то волной накрывает. Как только начинаешь вот выстраивать структуру, такое ощущение, как будто волны тебя это обтекают. Не знаю, правда это или нет, но вот ощущение действительно такое. Вот как-то вот так по плаванию. Кто еще о чем хочет рассказать интересно? По поводу дыхания. А вот пока вопрос же задавали, да? Когда мы дышим, вдох делается животом. Если мы лежим на... Ну, или сидим, или лежим, неважно. На полу мы сидим, как угодно сидим. То когда делается вдох, живот как бы он выходит немножко вперед. То есть дыхание свободное, дыхание животом. Вдох, выдох. Но на выдохе мы живот сильно назад не впиваем. То есть он просто вот вдох, естественный выдох. Вдох и выдох. Но выдох делается каким образом? Когда мы делаем выдох, то живот как бы он уходит. Уходит. Сбоку смотреть. Дыхание, да? На обычном дыхании, когда мы сидим, когда мы там струним на вечерних занятиях, вдох, живот немножко надувается. Выдох, живот сдувается. И здесь не за счет живота мы выходим, а для того, чтобы диафрагма работала. Чтобы диафрагма работала, нужна спина, чтобы немножко грудная клетка чуть прижималась к назад. Мы как бы целиком выдыхаем, себя чуть плюс толстые. Но в дыхании, как бы, когда мы в цигун это делаем, мы не делаем чрезмерно сильно это все. То есть, допустим, если вот просто, когда мы в тихом сидении сидим, да, то дыхание вот такое. То есть делается вдох, диафрагма опускается, живот надувается комфортно по ощущениям. Потом делается выдох, живот начинает сдуваться, 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 сдуваться. И в целом, как бы, и грудная клетка немножко оседает, и живот немножко оседает. Все, выдох. Нет такого, как в йоге, когда там калабхати делается, то есть, когда вот совсем сжатие живота. Нет, такого мы не делаем. То есть этого не нужно делать. То же самое и на полу. Когда мы лежим, если мы лежим на полу, то во время вдоха тазобедренный сустав вперед откатывается, пояснички лордоз увеличивается, то есть поясничка от пола отодвигается. И выдох. Тазобедренный откатывается назад, поясничка прижимается. И мы как бы немножко вытягиваемся вверх. То есть выталкивание идет. Но выталкивание идет за счет разворота тазобедренных суставов, немножко отталкивания ног. Когда мы вот в основной практике сидим, то есть когда мы сидим просто с руками, вот первая часть, когда настраиваемся, там, минут 10, то обычное дыхание, то есть вдох спокойный, выдох спокойный. То есть, соответственно, легкое струнение вперед и позвоночник как бы приведение в вертикали. Но небольшое, то есть комфортное, мягкое, тоненькое. Вдох немножко, чтобы снять статику. Когда мы в основной форме сидим уже, когда делаем тун цигун, когда начиная с этого положения, то есть ручки, когда вот первое положение, то у нас, смотрите, плечи вперед не уходят, назад сильно не уходят, а комфортно вот в среднем положении. И как бы они расслаблены, шея из плеч вытянута. Здесь спина как будто прижата к полу. Поясница, средний отдел, верхний отдел. Средний отдел, верхний отдел, он прижат как бы к полу. Вот в этом положении мы сидим. Когда мы делаем вдох, то в этом положении живот, он зафиксирован в среднем положении. Вот как он есть в обычном положении, да, он зафиксирован. И когда делается вдох, вдох делается, диафрагма опускается. Вот я сейчас делаю вдох. Живот не движется, вот я полный вдох сделал. Легкое уплотнение внутри создалось, но не делайте его чрезмерным. То есть он как бы вдох, задержка, и потом выдох. Вот я делаю вдох, задержка, и потом делается выдох. То есть важный момент, когда мы сидим вот в этой форме и так далее, все остальные формы, нижняя часть живота, вот нижняя диафрагма, вместе с тазом чуть подкрутилась назад, чуть тонус легких внизу живота, тонус в животе и тонус во всем теле. Точно так же, когда мы делаем в самом конце, вот когда уже повытягивались, ну, чтобы пострунили ножки правая, левая. И когда мы вытянулись и лежим у нас на спине, то мы чуть-чуть на легкое натяжение делаем в руках и ногах, и на вдохе, и на выдохе. Вот легкий тонус, вот такой же тонус присутствует во всем теле. Не напряжение, а легкий просто как бы тонус. Как будто поверхность кожи слегка в легком натяжении. Соответственно, дыхание в этом случае, вдох, диафрагма опускается, живот на месте. Почему? Я говорю, что стенка живота стоит. Опустилась, зафиксировалась.
выдавили жидкости из области живота, брюшной полости. Жидкости выдавливаются, это улучшает обменные процессы в области живота, как бы в целом, как бы внутренних органов всех. Диафрагма хорошо работает. Как бы вот компрессия, движение, то есть движение жидкости, движение крови. Нижняя диафрагма, это вот то, что внизу, она держится. Но держится не за счет подворота копчика, потому что это очень ошибочно. Многие считают, что... Привет, Лен. Мы как раз вот дыханием живота разбираем. Доброе утро. Вот самое главное, чтобы вот копчик не опускался вниз, чтобы не было разворота сильного. Это точно так же, когда мы на полу лежим, то чтобы поясничка прижалась к полу, все, крестец с копчиком, как бы он, крестец как бы лежит на полу. Кости таза чуть раздвинулись за счет разворота живота вперед и вверх. Угу. Вот то же самое и здесь. То есть вот эти вот моменты, мы как бы делаем вдох, диафрагма опускается, прижимается, жидкости выдавливаются, кратковременная задержка. На этом же фоне есть, делается небольшое как бы струнение. То есть когда мы делаем вдох, небольшое натяжение живота происходит. То есть что значит струнить? Ну, вдох. Происходит движение в животе, средняя часть, чуть верхний отдел, к шее немножко. Потом делается задержка, живот не выходит вперед, то есть вот стенка живота держится. Я делаю вдох, просто как бы чуть натянул вперед, немножечко, задержка. Я возвращаю назад струну, тазобедренные суставы развернулись, поясничка прижала, спина ровная, вытянулась. Задержка. И на выдохе я выдыхаю и как бы чуть-чуть себя натягиваю, в разные стороны растягиваю. То есть такое колебание маленькое, на вдохе чуть вперед, на выдохе чуть назад. И важный момент, что не крестец под нас подворачивается, чтобы мы не приседали, а здесь движение вот чуть вперед, чуть назад, чуть вперед, чуть назад. Но работают именно тазобедренные суставы. И важный момент, что мы когда сидим, мы не вверх себя тянем, а мы как бы наполняем. С одной стороны мы свисаем, за макушечку нас кто-то держит, а с другой стороны за счет этого маленького движения в тазу происходит как накачка. Мы постоянно, постепенно чуть позвонки вот так вот раскачиваем, и они начинают потихоньку вырастать. Ну, как бы это вот потихоньку как бы придет с практикой. Еще какие-то вопросы? Сзади, вперед. И далее опустите правую руку на область нижней части живота, левая кратковременно зафиксируйте на областью сердца, центром груди. Почувствуйте, как тепло от ладони левой начинает заполнять грудь. Как снимается, возможно, накопившееся напряжение с области сердца, груди. Как между лопатками появляется тепло, и лопатки начинают растекаться в стороны. Тепло, грудь наполняется теплом, радостью. Почувствуйте, как любящая доброта наполняет ваше сердце. Оно открывается. Почувствуйте, как появляется улыбка на уголках губ. Такая радость заполняет все ваше тело. Опустите руку вниз. Под правую руку на область живота. На этом все. Ну что, всем тогда хорошего настроения, отличного дня. И до встречи. Пока-пока. Thank you.